Спасибо. Но кто вы, во всяком случае? Я? Я из Тестилища. Тестилище? Разве это не... Я уверен, что Маджима расскажет вам об этом. Да, это то, что называют игровым домом. Флорист? Босс Тестилища. Он информатор. Лучший в городе. Да, скажи мне еще одно. Чистилище все еще в бизнесе? Флорист хочет поговорить с вами двумя. Могу я попросить вас пройти со мной? Хорошо. Давай выдвигаться. Да, что угодно. Добраться до чистилища. А вот и ублюдки. Жрите. На, ловите. Сдохните. Жрите, суки! Мы должны уничтожить их, прежде чем мы попадем в чистилище. Сдохни. Флорист, это чистилище. Босс ждет в особняке в конце пути. Доброго дня, господа. Спасибо, папаша. Позвольте мне показать вам офис флориста. Ни за что.
Прошло немало времени. Ларис. Я слышал слухи. Я хотел бы посидеть и поболтать, но... На самом деле не время для этого, не так ли? Насколько я вижу, эти вещи впервые появились в кланах тоже по всему городу. Но с тех пор гораздо больше, чем Якуза умерла. Только кто из вас, ребята, обоссался? Ты теряешь свою хватку, Флорис? До сих пор нет у тебя информации? Слишком много. Все шумы сигнала затрудняют выбор отдельных потоков. Вы знаете, почему люди года и зомби здесь? Ведь так? В курсе. Видел его вокруг города в течение последних 6 месяцев. Как долго? Он выглядел довольно тихо и спокойно, хотя... 4 дня назад лейтенант Оми по имени Никайдо имел контакт с года. Никайдо? Я знаю это имя. Он в наших файлах. Я вытащу его на главный монитор. Мы думаем, что эти двое стоят за этим. И начали это. Альянс Оми, Кансая. Конечно, это сильно ударяет по той же, но по какой цене? Поэтому я и должен поговорить с Оми. Босс, мы нашли Никайдо. Он в Камурочи, в игровом центре. Года с ним? Нет. Визуального контакта нет. Мы его ищем. Мы поговорим с ним позже. Я должен добраться до игрового центра. Маджима. Чирось. Никто не делает ход, пока я не поговорю с Оми. Мне нужно, чтобы ты нашел Никайдо. Извините меня. Флорис, сможешь ли ты устроить видеовстречу с председателем Альянса Омия? Это возможно? Я сделаю это. Посидите минутку.